Быть матерью – это прекрасный дар, который дан женщине свыше. С первых дней жизни ребенка они вместе с папами стремятся подарить ему все самое лучшее. Ведь малыш только начинает познавать мир. Какой он будет, когда вырастет? Как правильно воспитать, научить? Как привить любознательность? На эти вопросы помогут ответить семейные центры. Существует определенная структура, которая разработана с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом индивидуальных особенностей. И все это предлагается в игровой ненавязчивой форме. Для того, чтобы дети продолжительное время работали за столом без перегрузок. И получали, развиваясь, удовольствие. Благодаря таким центрам малыши и их родители находят новых друзей, единомышленников и учатся быть самостоятельными, жизнерадостными и счастливыми. Здесь регулярно проводятся встречи, семинары, психологическое консультирование. А теплая и дружелюбная атмосфера окутывает теплом и любовью каждого гостя. Все располагает к открытым доверительным отношениям. Очень здорово могут найти общий язык с любым ребенком, подход каждому родителю, ответить на все интересующие вопросы. Нам здесь очень нравится. И я очень свободу люблю. Моя мама занимается студией «Счастливый малыш». Она занимается кулинарией, с детками разговаривает и песочком занимается. Мне 7 лет. Мне тут интересно заниматься и рисовать. Центру успешного развития «Счастливый малыш» недавно исполнилось 5 лет. А вот детки могут ходить на занятия уже от года. Подарите своему малышу много ярких, положительных эмоций и впечатлений. Они станут прочной основой для успешного всестороннего раннего развития и дадут мощный старт ребенку в жизнь. Центр успешного развития ребенка «Счастливый малыш». Улица Олега Кашевого, 7 или переулок Парковый, 5. Телефон 75 72 71.